Тюменский «Рубин» стал победителем предсезонного турнира. Фактически, игра с Ханты-Мансийской «Югрой» стала финалом «Альмед Ойлерс Кап». Ее победитель забирал все. Поэтому начали оппоненты осторожно. Счет был открыт только на 35-й минуте. Сделал это тюменский защитник Леонид Лавриненко. В конце второго периода Игорь Швырев красивым дальним броском в касание сравнял результат. Судьбу титула решили последние минуты встречи. На 53-й Лавриненко перевел шайбу от синей линии на ворота «Югры», и капитан «Рубина» Денис Давыдов переправил ее в цель. А незадолго до сирены все тот же Давыдов выполнил передачу Данилу Мокрушеву, который хоть и не с первой попытки, но протолкнул шайбу в ворота. 3-1. Следующим испытанием для команды Дениса Ячменева станет Кубок Прикамья. Он состоится с 25 по 27 августа в Перми. В его рамках «Рубин» вновь встретится с «Челметом», а также местным «Молотом» и курганским «Зауральем» Михаила Звягина.